Всем привет! С вами Драго, и мы начинаем играть The Infected. Это игра на выживание. Я так понял, после какого-то вируса мы оказались в лесу и начинаем выживать. Так, давайте сперва выберем язык. Язык у нас будет русский. Так, русский. И поехали. Новая игра. Так, первый день. Ох. Давайте с 15-го дня. Потому что мы только начинаем играть. И лучше маленько оттянем время нашей кончины. Так. Все. Отлично. Введите название игры. Ну, вводим Драго. Все. Поехали. Еще не заходил, еще не смотрел. Так что будем смотреть вместе с вами. Так. Ага. Вот такая у нас местность, да? Так, тут у нас что? Тут у нас озеро. Отлично, озеро есть. Чтобы посмотреть обучение и характеристики игрока, нажмите F. Так. Удерживать. Давайте удержим, посмотрим. Так, тут у нас... Это наше, наверное, питание будет. Наверное, у каждой... Ну, у каждой еды будет. Там жиры, углеводы, белки. Угу. Собрать один камень. Так, ну это фигня. Это будем все по порядку собирать. Ну, не по порядку, а что попадется. Так, что у нас есть? У нас ничего нету. Что нам делать? Вопрос. Куда бежать? Все что-то как-то плавает. Стройки, видео. Так. Мне вот не нравится, какая-то размытость в игре есть. Так. Так, так, сделаем. Чуть уменьшим. Посмотрим, что у нас получится. Угу. Все равно есть. Не знаю, что-то поменять еще можно. Наверное, больше ничего. Камера. Это не то все. Это нам не надо. Окей. Все, продолжим. Что нам делать? Как вот нам собрать камень? Ага. Камни, это вот это, наверное, который валяется. Нет. Их мы поднимать не можем. А вот с этим камнем? Угу. Весело. Ничего делать мы не можем. Такие камни можем подбирать? Тоже не можем. Как подобрать? Камни можно найти повсюду. Просто поищите на земле серые камни, с которыми можно взаимодействовать. Ищем серые камни, с которыми можно взаимодействовать. Так, вот вверх-вниз сделаю прям по экрану что-то. Ну, неприятное для глаз. Давайте еще, может, уменьшим настройки. Куда их можно? Давайте вот сюда все поставим. Посмотрим, что у нас выйдет. Нет, также осталось дергание вот. Линия прям идет. Неприятно, неприятно. Ну вот серые камни. Как с ними взаимодействовать? Да, неприятно, неприятно. Синхронизацию можешь включить. Окей. Вроде нормально, да? Так. Да, вроде больше не рябит ничего такого. По глазам не бьет. Так, вот серый камень. Взаимодействовать тоже не можем. Почему? В чем причина? Еда, может, какая-то есть.
валяется. Тоже нигде ничего не валяется, да? Печально. Бревно тоже не можем взаимодействовать. Что мы должны тут делать? Выносливость у нас кончилась, жажда. Инвентарь у нас есть? Есть. Пинты и зажигалка. И все, да? Весело. Ага. У нас тут покушать есть. Рюкзак. Или что это? А тут оружие, наверное, всякое будет. Годится. Вот как нам взаимодействовать с камнем? Давайте попробуем набрать воды, да? Воду набрали. Угу. Вода есть. Нам нужно найти серый камень. Вот он. Да, камушек, отлично. Все, понял. Те косы нельзя было поднимать. Они прям реально серые кругленькие. Торчат из земли. Так, камень мы собрали. Собрать палку. Палку, думаю, найти легче будет. Вот это у нас не работает палка. Найти палку. Вот она. Вот палка. Есть. Палка есть. Изготовить каменный топор. А изготавливать где у нас? А крафт вот тут, по-моему, да? Угу. Ложим этот. И... Во... Нифига себе, догадались. Изготовили, отлично. Так, вот. Топорик у нас есть. Топорик наверняка. Во, на днёрочку, да? Да. Отлично, на днёрочку. Бежим. Так, а теперь что нам делать? Я думаю, нужно как-то строить дом. Сейчас определимся, как он строится. Сделаем. Ох, ох, ох. Как все падает. Ага. Больше мы взять не можем. А я думаю, дом будем строить тут на полянке где-нибудь. Тут же кайфовое место прям. Хорошее, да? Да, тут хорошее местечко у нас. Поэтому дом построим прямо вот здесь. Опа. Нифига себе, кабан. Аж со спуга хотел, это, думал увеличиться на кабана посмотреть, а выкинул доски. Так. Разбираемся дальше. Как нам строить дом? Деревянный потолок. Пол где у нас? Пол. Вот фундамент деревянный. Дом, так, крутить как... Опа, я уже поставил. Даже не, ну, не рассчитывал, что поставится с помощью Е. А вот слева внизу у нас написано... Колесико мыши повернуть. Все, ставим сюда. Блин, по-моему, для дома это сразу сильно большое, да, будет у нас? Ничего, нормально. Пойдет. А что нам надо для этого? Просто дрова накидать? Ага, бревна. 0 из 4. И доска. 0 из 6. Как нам... Так, как нам... Бревна-то закинуть? Это просто он, как всегда, выкидывает. Ну, пусть тут лежит. Так, давайте сделаем клинок, да, нам нужно сделать? А чтобы сделать клинок, нам нужно... Больше камней, да? Так, клинок. Этот. Каменный клинок. Просто хоп, все. Так просто. Дальше у нас идет каменную кирку. Идет кабан. А вот он. Интересно, кабан на нас нападет или нет? Нет. Вроде добрый. Ну, соответственно, мы его тогда пока трогать не будем. А то мы сейчас клинком сразу бы его могли разделать. И все. Приехал кабанчик бы. Тут поставили бы мангальчик. Вот тут вот.
Сделали бы шашлычок. Так, давайте не будем отвлекаться, идем дальше. Изготовить каменную кирку. Почему тут по книжке ничего нету, объекты? Это не то. А вот, есть, есть у нас. Каменная кирка. Одна палка, каменный клин. Ног. Иры. Растительные волокна. Где нам взять растительные волокна? Где нам взять растительные волокна? У меня они уже есть. Рубая деревья, мы их получаем. Отлично. Давайте делаем палка. А каменный клинок. Палка. Кусок коры. Вот растительные волокна. Отлично. Чертеж необходим. Не понял. Почему? Каменная кирка, каменный топор, каменный молот. Так. Растительные волокна две штуки нужно. Вот у нас в чем загвоздка. А, у нас хватает. Пробуем еще раз. Так. Необходим чертеж. Разрезать. Разрезать. Вот так вот, наверное. А. Интересно. Чем могло бы и быть такое, то что мы бегали бы и не знали, что делать. А можно было просто разделить. Да? А, разрезать. Ну вот, разрезать. Так что не парьтесь, сразу разрезайте. Это что-то делаете. Большим количеством не ложите, а то будете париться. Давайте палочку пока не соберем, потому что у нас требуется все тут. Так, построить циркулярный станок. Ага, мы еще будем деревья, бревна, походу, пилить. Ставим станок, вот тут поставим, значит, в тенечке, чтобы работать было не жарко. Так, а у нас вебка включена. Давайте вебку-то выключим. Зачем она нам нужна? Так, выключаем. То. Вот так лучше будет. Я извиняюсь, сразу не увидел. Все равно темнота, ничего не видно. А так будет покомфортнее. Так, станок, станок. Я уже забыл, что мы станок хотели строить. Объекты. Циркулярный станок. Четыре бревна нужно. Отлично. Тут станок поставим. Как крутить его вот так вот. Тут под деревом воткнем. Дерево, конечно, мы срубим. Ну, я думаю, смысла рубить дерево не будет никакого. Потому что мы лучше оставим лес вокруг нашего домика, чтобы было красиво. Ну и станок мы в тенек ставили, не просто же так. Добавить материалы. Так, возьмем вот эти бревна. Взяли. Добавить материал. Как нам использовать бревна сюда? Е. Ну ничего у нас не добавляется. Сразу 4 надо, может? Так я больше не могу носить. Опа, а куда она добавилась? Тоже вот так не добавляется. Вот сюда отошел чуть-чуть и сразу добавилось. 3 бревна из 4. Отлично. Так, у нас тут валяются бревна. Берем. Всякие олени прыгают. Бежим обратно. Вот. Скоро еда наша бегает-то как. Так, станок готов. Отлично. Я думаю, на нем мы будем пилить бревна и делать доски.
Главное не забыть рядом с домом не вырубать деревья. Лучше отойти чуть-чуть дальше, чтобы лесок такой был. И жить будет поприятнее. Это красиво. Потом мы сейчас сделаем тут пустыню. И будет вообще нифига не весело. Так, и второй станок у нас. О, во. Ложим вот так. Отлично, и не пилятся. А что если построить чуть больше станков? Наверное, сейчас так и сделаем. Потому что древесины, я думаю, понадобится очень много. Поставим вот сюда, вот рядышком еще один. Так, заходим, чертежи, объекты, станок. Так вот. Все, вот сюда ставим, и все. Отлично будет. Все. Отлично. Добавить, добавить, добавить. Еще за бревнами идем. Так, тут два бревна, да? Мы их закинем на стол, пусть пока пилится, а мы еще дерево пойдем срубим. Потом, я думаю, в оконцове будет лень бегать, деревья искать, рубить. Мы будем рядом их сносить. Сюда, сюда. И один сюда. Вот так вот. Отлично. Так и будем делать. Сейчас досы как напилим, сразу заготовим, чтобы были. Все, строительство пошло. Думаю, теперь не пропадем. Зажигалка есть, доски есть. Хотя ветки, конечно, нужны на костер. Доски смысла нет жечь. О, хотя нас еще не просили нигде костер сделать. Это дерево нельзя срубить. Понятно. Это тоже нельзя. Топор маленький, короче, у нас. Нам нужно больше дерева. Поэтому собираем. Отлично. Так, давайте на фундамент деревянный теперь попробуем деревья потратить. Так. Ага. Деревьев нам кучу надо. Я не знаю, где мы будем их брать. Уже потому что вон как далеко убегаю. Ну, рядом с домом, я думаю, рубить не будем. Потому что красиво же в лесу жить. А сейчас все срубим, будет поляна. Стрёмно. Отлично. Так. Отлично. Что у нас тут много? Чего есть, да? Ага, у нас есть грузоподъемность 50 килограмм. Так, ничего не хочу. Жажда меня мучит, да? Попить. У нас где-то была фляжечка. Так, попить. Отлично. Отлично, все получается у нас. Тут у нас бревна остались еще. Собираем. С этого у нас мало будет. Интересно, тут деревья растут или нет? Если вот эти вот маленькие оставлять, они потом будут большие. Но я думаю, будут. Сюда, вот сюда. Два закидываем. Закинули. Давайте доски попробуем, что у нас там получается по доскам. Добавить бревно, забрать доски. Правая кнопка мыши. Забрали. Досок нам кучу надо. Их еще 6 штук требуется. Все, отлично. Отлично.
Вот какую-нибудь тележку можешь, интересно, сделать, чтобы больше бревен таскать, допустим. Надо будет посмотреть обязательно. Ага, у нас, наверное, полные руки. Да, сейчас 100% на протяжении часа мы только бревна и будем таскать. По-другому быть не может. Лично. А по заданкам у нас что там? Развести костер? Во! А я говорил то, что костер не просит развести. Костер надо. Значок в виде книги, так. Так, ну тут костра нет, да? А тут тоже нет. Ресурсы, оружие, еда, броня, другие. Стройка, объекты, хранилище, электричество даже есть, офигеть. Вот он, костер у нас. 10 камней и 8 дров. Ну, вот тут построим костер у нас. Пусть вот тут будет, около камушка. Камушек будет нагреваться, от него будет тепло. Отлично. Сейчас мы, значит, идем искать камушки. Это можно? Нет, это нельзя. Все, побежали искать камни. А у нас тут карта есть. Отлично. Переключить вид. Ага, это где я бегал. Так, место добычи руды. Все понятно. Мы уже не потеряемся. Мы уже найдем дорогу обратно. Камушки, вы где? Теперь вокруг озера все зачистим. О, арбуз. Люди, вы представляете, арбуз. Офигеть. Арбуз. Как его положить сюда? Арбуз. С ума сойти. Давайте-ка его отнесем к дому. Потому что это наверняка еда будет наша. И арбузик поесть, это просто клево. Кто бы мог подумать, что мы будем выживать и есть арбузы. С ума сойти. Мне нужны камни. Так, выносливость кончилась, да? Ходим потихоньку, значит. Раз выносливость восстановится у нас. Камушки, вы где? Вы почему от нас прячетесь? Сейчас, может, еще что-нибудь найдем? Да, блин, проблема найти такая камни. Прям жесть. А если мы киркой... Отлично. Вот они, камни. Мы же не просто кирку делали. Опа. А вот и дождь пошел. Интересно, мы мерзнуть не будем? Так, собрали все. Ага, я уже потерялся. Попробуем сюда. Да, вот, нам сюда и надо. Дрова. А дрова наверняка это ветки, да? Или вот это дрова? Так, еда бегает. Давайте попробуем закинуть ветку. Нет. Это не дрова. Может, это бревна? Смотрим, где взять там дрова. Другое. Так, тут дров нету, дров нету, дров нету. Во. Бревна. Палка. Дрова. Можно добыть, собирая бревна. Отлично. Собираем бревна. Нам нужны дрова.
нет, так не пойдет. Нам нужны дрова. Сделайте нам, пожалуйста, дрова. Палку возьмем. На всякий случай, случаи бывают разные. Так. Салют на улице был, не знаю, сейчас слышно, не слышно вам было. Ну хорошо, громыхало. Так, дров у нас нету. Как вот нам, где дрова взять? Дрова. Угу. Чтоб камни не носить, давайте мы их выложим. Где нам взять дрова? Давайте еще попьем. Сколько раз можно пить? Попить. Так, а что у нас тут? Больше ничего такого нету, да? Нам срочно нужны дрова. Как нам их сделать? Так, тут еще одежду можно шить. Собирая бревна. Информация об изготовлении. Ну как? Собирая бревна. Да, короче, рубим и рубим, да, всегда. Это мне это как-то не особо радует. Ага. Может, дрова с маленьких? Сейчас проверим. Тоже бревна. Это не дело. Это не дело. Ну ты что тут бегаешь? Сейчас страх потерял. Дрова так мы и не нашли. А что нам без дров делать? Так. Во вкладке строительства значок в виде книг. Выберите объекты в выпадающем меню и найдите костер. Поместите костер в нужное место. Та-та-та-та. Ничего тут не написано про дрова. Где нам найти дрова? Палки, бревна, дрова, дрова. Нам капец как нужны дрова. Так, бревна собираем, а дров нету. Смотрите, кусочки коры добываются. Бревна где? Может, киркой вот этой срубить попробовать? Нет. Так это не работает у нас. Бревно. Бревно. Дрова где? Короче, бегаем. По-любому попадется. Сделаем. Так, тут у нас все. Вы еще домочитесь. Так, тут далеко уже, да, далеко. Это палка, палка. Дрова вообще не падают. Что за фигня такая?
Без Костромы вообще тут помирало бы у нас. Так, осталось нам три бревна. И остальное все в доски будем бухать. Чаще темнота будет, это вообще ужас. Мы, главное, пол построим. Нормально будет. Отлично. У нас все получится. Правда, без костра будем. Тут дров нету. Вот почему я не могу разрубить бревна. Ага, а я и не пробовал. Сейчас попробуем. Вот развернуть же было написано. Сейчас пробуем собрать урожай. Вот они и дрова у нас. Все просто. Как и должно быть. Берешь бревно, с него делаешь дрова. Собрать урожай. Отлично. Палка не влазит уже, походу, никуда. Все, у нас есть костер. Мы теперь не замерзнем. И что-нибудь пожарить сможем, я думаю. Так. Закинем. Не добавляется. Так, походу у нас перегруз, да, с вами? Нету перегруза. Эти палки тоже повыкидываем рядом с арбузом. Вот сюда все накидаем. А камни-то пропали у нас. Чаль. Кусочки коры. Давайте пополам разделим. Разделить пополам. И одни скинем. Все, бросили. Камни пропали. Плохо. Вот они валяются, вот они. Но это не те. Что нам нужно? Доски. Почему мы не можем взять доски? Почему? В чем проблема у нас с досками? Блин, чё за фигня? Почему так? Мы не можем взять доски. Фонарик есть? Как включить фонарик? Пошли выживать, а фонарика нету. Какой ужас. Чё за фигня? Не можем брать доски, хотя их тут дофигища. Давайте пилим, смотрим. Что за бред вообще? Не могу. Не могу. Опять не могу. Вы что меня бесите-то? Как так? Может, замерз или что, плохо что-то? О, пить хочу. Пробуем. Сейчас мы все поймем, из-за чего то может произойти. Посмотрите, пью. Ага, пустая. Пустая. Набираем. Грязная вода. Круто. У нас вода грязная еще. Здоровья-то уже нету. Грязную воду пьем. Нет. Что за фигня? Почему я не могу работать? Использовать костер. Поджигалка. Так, хопа.
Ага. Как поджечь? Сюда воды можно налить. Наверное. Не понял. Как поджечь теперь костер еще нам? Винты пригодятся. Сюда палок накидать, да? Сейчас накидаем, не проблема. Или проблема все-таки? По-моему, проблема будет палок накидать. Тут не так много. Так, еще три палки надо. Энергии у нас нету. Отлично. Поиск углеводов. Охота за белком. Легко сказать. Найти то-то, то-то. Мы даже ветки найти не можем. Давайте рубим. Сейчас наделаем веток. Собрать урожай. Собрать урожай. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Да. Кипятить это в обязалов, короче, у нас. Чё, столько веток насобирал там, а чё? Всего три штуки было у меня. Чё за фигня творится? Вон две штуки еще. Давай. Сюда чё, куча надо? Офигеть. Собрать урожай. Вот один костер, короче, разжечь делов надо. Офигеще. Во. Отлично. Что у нас тут воды нету? Сейчас наберем грязную воду, нальем, попробуем вскипятить. Может, это поправит наше самочувствие. Отлично. Еще пойдем наберем воды, потому что много надо. Вот так как-то. Ну, как бы делов немного надо, чтобы костер разжечь. В другом месте это бы, мне кажется, все сложнее бы было бы. Ну как в другом, допустим, в жизни костер бы быстрее бы разжег. Но не такой бы, конечно. Это бы было бы без камней все. Все, хватит воды. Чанас кипит. Я думаю, вот сюда чем покушать можно, да? По бокам ложить будет. Жарить мясо. Так, давайте дождемся, вода скипит и попробуем попить чистой воды. А еще нам нужно, ну, где-то овощи искать по-хорошему. Не знаю, в арбузе есть у нас. Собрать урожай. Углеводы. По заданию же у нас. О, у нас есть семена. Тут, наверное, грядки можно строить. Надо будет проверить. Так, углеводы есть, да. Давайте съесть. Отлично. Как найти нам белки теперь? Белки. А белки, я думаю, у нас есть вот этот сухпайок или что-то торгую с говядиной. Вот, все. Сколько у нас там белков? Белков 50. Отлично. Съесть.
Все, задание выполнено. А, нужно обязательно охота за белком. Понял. Кто тут мычит? Ищем. Сперва трогать не хотели, да? Все, и доски смотрите сразу. Это стало брать можно доски. Отлично. Все, фундамент у нас есть. Хорошо. Давайте наберем воды, я думаю. Воды. Есть чистая вода. Отлично. Попить. Чистая вода, это прям никакой инфекции мы не занесем. Так. Ну, нам нужно больше бревен, как всегда. Рубаем. Камеси-то пусть все распиливается у нас. Потому что когда мы будем строить стены, нам нужны будут доски. Так, стены. Давайте посмотрим, что у нас со стенами. Стены у нас будут строиться. Ага. Первым делом мы делаем лестницу. Лестницу будет у нас вот здесь. Отлично. Так, теперь нам нужно будет в круговую стены. Деревянная стена. Так, сразу посмотрим с дверьми. Во, дверь есть. Дверь есть, это круто. Ставим сюда. Теперь окна определиться надо, да? С окнами у нас. Будут у нас окна. Пусть будет вот здесь окно. И типа главный зал, походу, или что-то типа того будет у нас вот здесь. Я думаю, окон хватит. Что я поставил? Как убрать? Тап отмена. Delete, delete. Подтвердить. Отлично. Отлично. Я уже думал, что я сделал. Все, остальное будут глухие стены. Вот такой домик у нас будет. Хорошенький. Первая будет зона, это типа зал. Думаю, как промышленная будет. Мы туда что-нибудь поставим, склад и все такое. А вот тут, а мы будем спать, я думаю. Да, тут у нас комнатка будет. Не знаю, вот сюда еще ставить дверь или не надо. Но пока не будем. Нам бы эти стены сейчас закончить делать. Бревен нужно просто куча, это нечто. Так. Приступаем к вырубке деревьев. Блин, эти деревья такие маленькие, жалко их рубить. Давайте побежали искать вот побольше. Вот эти будем рубить. С них и доходу бревен побольше. Давайте посмотрим, есть ли у нас какая-то телега или что-то еще такое, чтобы возить. Верстаки, хранилище. Оружейная стройка, ящик для хранения. Сушки кирпичей, ящик камня. Угу. Понятно, электричество, это ясно все. О, у нас есть холодильник, вы представляете? Металлическая печь, мебель. Другие. Телега, телега. Хочу тележку. О! Тележка для бревен. Вот это вот прям. Вот что нам надо. Все фигня. Строим телегу. Вот это вот нужная штука нам будет. Все. Вот. Охотимся, охотимся. Охотимся. Убиваем. Баранина, баранина. Тема, тема. Я не понял. Это как так? Это что еще было? А баран утонул там или нет? Нет, не утонул. Да ну нафиг. Что за чепуха? В воду свалил от меня и все.
Типа мне насрать, я пошел. Интересно, сюда мы можем подкидывать вот эту вот тему? Отлично. Я ее выкидывать теперь не буду, а просто закидывать и поддерживать. Это очень клево. Баран, ты где? Так, где дерево срубил? Вот здесь, да, по-моему? Да. Нам нужны бревна. Все, мы еще на тележке будем возить бревна. Это все будет намного быстрее. А для телеги нам нужно еще раз посмотрим бревна. И бревна есть, доски. Доски есть. Железный слиток. Ага. А где мы железный слиток возьмем? Надо сейчас смотреть. Книги знаний, справочник, ресурсы. Алюминиевый слиток, железный. Для создания этого предмета нужно расплавить горнежелезную руду. Угу. Вывод. Мы, значит, ну, не возим на тележке бревна. Объекты. Давайте посмотрим. Плавильня, да, нам какая-нибудь нужна? Которые плавят. Вот горн. 25 камней. Это мы это можем сделать. А плавить, я думаю, будем мы вот здесь. Но стом будет промышленным местом. Все. Делаем камни. Баран, иди сюда. А ну тухта. Остановись. А в черепок ему воткнуть. Есть. Собрать урожай. Все. Идем и жарим мясо. Так. Почему мы шкуру не можем поднять? Что, типа, у нас места нет? Подтвердить. Шкура. Есть, все, шкуру подняли. Ну так и доска к нам влезет. Я вот так скажу. Доски. Все, отлично. Доски тоже нужно экономить, потому что они не просто так даются. Добавляем сюда две доски. Шкура у нас, я не знаю, куда шкуру мы денем, конечно. Ну, камни мы будем долбить вот эти вот сейчас. Ага, жарим мясо. Жарим мясо. Вот так. Вот так. Отлично. А костер разжечь? В чем прикол? Дрова есть. Поджигаем. Невозможно развести огонь во время дождя. Где вы тут дождь видите? Кто-нибудь видит? Ну вы что, прикалываетесь? Ну, ладно. Пусть будет дождь. Хорошо. Давайте в настройках тогда увеличим. Может, мы просто не видим. Мы даже не слышим, что самое интересное. Так, кирка. Нам нужны камни. Опа, перегруз. Дойдем. Долго мы будем идти. Так. А перегруз у нас от чего? Растительные волокна скидываем, конечно. Столько перегруза сразу не будет. Все. Ходим быстро, бегаем. Деревьев нарубим. Это не проблема.
Это не проблема. Так, камни мы ломали здесь, да? Может, еще остались где-то? Опа, саженец картофеля. В чем проблема? Почему ты у нас не берешься? Саженец картофеля. Собрать урожай на во. Понял. Понял, не тупой. Градуса. Это получается, нам костер тоже лучше домой перенести. Вот он, дождь пошел. Как нас и предупреждали. Костер мы можем дома делать или нет? Кто в курсе? Так, чтобы развести огонь, нам нужно... Нельзя во время дождя. Значит, строим стену и потолок вот туда. Отлично. Ага, и хранилище нам нужно обязательно где-нибудь. Так, потолок у нас. А потолок у нас на стенах должен стоять. Поэтому мы сейчас это отменяем. Смотрим. Три бревна и доски. Ну, вот тут бревны возьмем. Так, вперед. Быстрее, быстрее. Лестницу, может, отгрохаем сперва. Давайте. А то уходить реально неудобно. Доски. Опять мы не можем брать доски. Что за фигня? У нас нет энергии. Энергию как получить? Как получить энергию? Как нам лечь поспать? Бесит вот эта фигня, то, что мы не можем... Доски брать, когда нет энергии. Что-то прям. Давайте обратимся в справочник. И да. Энергию нам что дает? Много. Арбуз дает энергию? Энергия 2. Отлично. Ну, с такими темпами у нас... Нифига не останется, да? Картофель. Давайте съедим. Энергия добавилась? Быстро за досками. Быстро. Ну чё это за билиберда? Почему я не могу опять брать доски? Чё ты будешь делать? Чё за фигня? Достала уже эта фигня. 8000 раз сказал фигня. Отлично, набираем. Главное, все могу таскать, а доски не могу. Может, в дождь нельзя? Так, где мы только что рубили? Ау. Печально. О. Мы можем вот это большое уже рубить. Вот это тема. Вот это тема. Вот это я понимаю. До этого ругалась. Говорила, вы не можете рубить данное дерево. А теперь я смог. Так, с бревнами у нас все, по идее. Теперь только напиливаем. Сюда, сюда, сюда. Не могу брать, вот не могу.
Не знаю, что делать. Это уже бесить начинает. Сколько нам дает энергии? Вот, 25 энергии. Съедаем давай. Пофигу. Бесит уже. Нет, не могу пользоваться тосками. Не могу. Не получается брать. Правая кнопка мыши. Забрать доски. Не хочет? Ночью доски, может, не забивает. Или чё? Скорее всего, ночью не забивает. Ну, давайте тогда напиливаем кучу досок. Опять я бревна потерял. Нет, не потерял. Нашел. Надеюсь, эти маленькие деревья тоже вырастут. Будет хорошо. Скорее всего, мы бревнами не можем пользоваться ночью. Это я так думаю. Но мы с вами это проверим. Так. Что у нас? Энергия есть? Все есть. Нам нужно вообще развести как-то костер. Это прям обязательно. Но мы нифига сделать без досок не сможем. Потому что костер нужно под крышей разводить. Мучимся и страдаем. Пусть у нас досок будет куча зато. Вот еще нашли. Отлично. И неподалеку. Так, мы еще не можем брать доски. Бежим дальше. Два есть. Давайте еще рубим. Ломать не строить, не садить. Отлично. Ну, как-то вот такой первый взгляд. Ну, строим дом, наверное. Нет, это будет во второй части строить дом будем. А сейчас нужно с досками разобраться. А так, первый взгляд у нас получился вот такой. Все основное мы поняли, как что добывать. Не знаем только, как брать доски. Меня прям это бесит. Что за фигня? Почему мы не можем пользоваться досками? Перед перемещением нужно убрать все доски. Так. Я тупой. Извиняюсь. Извиняюсь. У нас тупо не влазят доски. Я бегаю как дебил. Вот так вот. Тупо не влазят доски, и мы мучаемся туда-сюда, носимся. Обязательно нужно построить хранилище нам для этих камней, для всего такого. Так, что у нас? Испортится через 18 часов. А нам нужно пожарить его еще. Давай зажигаем. Отлично. У нас доски просто не помещались по длине в карман. Мы мучились. Так. Поджигаем. Что нужно, чтобы поджечь? Что нужно, чтобы тебя зажечь? Ау. Уголь? Или что надо? Доски, бревна. Нитки какие-нибудь там. Животный жир. Без понятия, короче. Это разбираемся также. Сюда. Объекты. Еда, мебель. Не написано ничего.
Как нам это дело разжечь? Что нам делать с ним? Кто подскажет? Кто знает? Там, может, каких-нибудь дровишек напихать надо? Это нам сломать бревно, короче, придется. Жажда у нас. Попить. Пьем. Водичка у нас всегда есть, отлично. Мясо приготовлено. Отлично, просто. У нас есть мясо. Рубим деревья. Собрать урожай. Проверочка. Собираем вот это все. Жалко, там не написано, что туда надо. Может, кору проверим. У нас, по-моему, все есть уже. Кора. Отлично. Все. Дрова все туда улетают. Просто замечательно. Теперь мы не будем париться с этим. Все, собираем, нам все нужно. Собрать урожай. Давайте камни покамись. До свидания. Это. Несем поближе. Надо было сразу три сюда принести. Бросить вот сюда вот. Это накидать, допустим. Хопа. Опа. А больше-то нам и не надо. Смотрите, все проглатывает, пофигу. Разжигаем. Я думаю, надо строить еще одну такую печку. Интересно, она тепло дает. Вот сейчас 14 градусов. Ну, 14 градусов это, наверное, везде. Так, другие. Ставим. У нас будет бизнес свой. Ночной. Почему-то близко не могу поставить. Ничего. Ничего страшного. Так, камушков закинули несколько. Где-то у нас тут валялись камушки. Вот этот возьмем. Блин, может это срубить все-таки? Эстерон у нас, потому что, я думаю, там не будет. Давайте бревно сюда закинем. Да. Решено. Оно нам ничем тут не помогает. Собираем, 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 собираем. Все собираем. А еще нам нужно построить какой-нибудь сундук, где мы это все хранить будем, которое в данный момент нам не нужное. Давай, давай, давай. Чуть-чуть осталось. Потихонечку, потихонечку. Прыгать можем. Так, 5 камней еще надо. Что у нас тут получилось? У нас тут что-нибудь получилось или не получилось? Ага. Железный фрагмент. Угу. Все? Ну так и есть? Или что? Это нам еще надо будет делать. Железный слиток. Смотрим еще раз, как делается железный слиток. Не до конца прочитали? Так, железный фрагмент.
Железную руду расплавлять надо. Я камни расплавлял. Ну, это лажа, конечно. Так, железная руда. Ага. Камушек. Короче, открываем карту. И у нас где-то тут можно железо добывать. Это здесь прям. Вот это же железо. Ага, железо. Камушек. Камушек, камушек. Все, камушки, одни камушки. Мне уже некуда камушки складывать. Вот оно, железо, да? Глина. Глина. Глина, глина. Все, глина. Давайте глину пособираем. Она нам пригодится. Камушек, камушек, камушки. Все камушки. Задолбали со своими камушками. Переключить вид. Как увеличить? Увеличить карту нельзя. Искать пофигу, так придется. Так, давайте ящик построим. Из ящика нам вообще никуда, объекты. Другое. Так, мебель. Ящик. Деревянный. Так. Не то совсем. Хранилище вот нам нужно. Ящик для хранения. Доска 8 штук. Ставим сразу вот сюда мы. Нормальный пятак? Нормальный. Так вот. Вот так вот. Ничего не мешает, ничего не мешает. Отлично. Пойдет. Нам доски, да, нужны? Как я понял. Восемь досок, цена вопроса, в принципе. Зато мучиться не будем бегать. Куда, что лишнее деть? Просто накидываем и все. Глину сюда ложим. Шкуру тоже сюда ложим. Медная руда. Отлично. Железные фрагменты. Все, понял. Давайте лук сюда положим пока, месь и семена. Как нам потушить? Биты можно туда сжечь? Рыбий жир тоже нельзя. Так, энергии у нас не хватает. Давайте поедим мясо. У нас есть мяско. Через 1 час. Съесть мясо. Ага, энергия не поднялась. Пофигу. Так. Нам нужно найти птичка. Нам нужно найти камни. Добыча руды, глина. Это тоже глина. Как железо-то выглядит? Кто в курсе? Ищем железо, короче. Камушек. Это другой, да? Смотрим, что у нас будет. Тоже камушек. Да, это издевательство. Глина. Давайте собираем глину, камни отнесем, потому что может все-таки пригодиться. А может и найдем мы железо.
Ну это тоже все камни прям. Вот место добычи. Где нам найти железо? Вот это, наверное, железо. Пробуем. Камушки. По-другому быть не могло. Тоже камень. Все это камни. Нам нужно железо. Давайте еще раз посмотрим у нас, что у нас. Ресурсы нужны, ресурсы. Камушек. Железная руда иногда можно добыть из убитых зомби, вампиров. Железная руда. Но мы же не будем искать этих зомби-вампиров. Давайте расплавляем дальше, потому что у нас еще есть всякая фигня, можно плавить. Глину нельзя плавить, будем камни плавить. Посмотрим, что получится. Сюда камни также вгружаем. Лишние закинем сюда. А глина сюда. Камнями все ящики забьем, да, получается. И ты пригодятся, зажигалка, жир тоже уберем. Так, уберем воды. Вода это хорошо. Да, это хорошо. Полная, полная. Так, где нам найти железо? Не, ну там же получается какие-то железные вот эти вот. Может их еще раз переплавлять и все? Это тут что? Железный фрагмент. Расплавьте в горне камень, чтобы со случайным шансом получить железные, алюминиевые или медные фрагменты. Они же нужны для чего-то. Давайте попробуем их теперь расплавить. Да? Или нет? Во время дождя нельзя. Угу. Мы вас поняли. Сейчас пойдет дождь. Потолок. Отлично. Все, потолок есть у нас, считайте. Так. Доски и три бревна. Три бревна. Бревна мы возьмем вот отсюда. Во. Как раз три будет. Отлично. Доски у нас заготовлены. Так. Ну, конечно, три надо было. Все. Все отлично. И что у нас? Разжечь по-прежнему не получается. Все. Круто. Так. Долго? Долго. Мы можем еще чем принести. Где-нибудь деревья порубить.
Потихонечку, потихонечку и дом соберем. Вот с железом это теперь вопрос. Железом, железом. И бегу с бревном обратно. Идиот, идиот. Опа. А, выносливость кончилась. Я думал, в болото какое-то наступил. Чайка бегает. Она свалила. Тут нормально. Тут тоже. Так, ну я думаю, на этом мы закончим первую серию. Обязательно будем играть дальше. Вот такой у нас фундамент от дома получился. Есть печечка. Там сейчас у нас жарится, решим с камнем. Ну, не с камнем, а с железом, где его добывать. Это в следующей серии. Достроим обязательно дом. Думаю, построим тележку, чтобы перевозить бревна. И все будет отлично. Всем спасибо, кто посмотрел. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Драго. И всех с Новым годом. Сегодня 1 января. Всем спасибо. Пока.